Так. Возвращаюсь в эфир, прокомментировал всю эту часть игры фактически впустую. Прошу прощения, здесь технически. Но сейчас они решены. 11-10. Ну, вкратце, понятно, что игру все видели. Но говорил я с самого начала о том, что «Динамо» «Росэнергоатом» пытается играть максимально плотно, что чревато быстрым набором фолов, что, в общем-то, и произошло. И уже этим воспользовались «Венспилс». И уже еще раз 8-й и 2 штрафных броска. И, по-моему, до сих пор это не осознали «Динамо» «Росэнергоатом». Это уже 8-й. И при том, что расстояние между командами было 5 очков, 9-4 максимально, по-моему, «Росэнергоатом» был впереди. Не нервничал «Венспилс», полномерно реализовывал преимущество скорости, искали фолы. И сейчас вот уже вторая пара штрафных и 4 очка, набранные уже именно с фолов 7 и 8. И плюс 1 преимущество. И власть потеря. Паже. Против Козловца. Покачал, покачал, бросил дальний. Здесь подбор, но... Мяч судья дает защитной команде. Козловец. Здесь Штемберс, перехват. Искал хороший. Да. Здесь я соглашусь с Гинтерсом. Надо судьям будет посмотреть потом этот эпизод. Курапов был, по-моему, вообще внутри. Внутри дуги. Поэтому после этого перехвата мяч должен был выведен. Это уже 6-й фол у Венспилса, и 12-12 по фолам. Примерно ситуация выровнялась. Штемберс. Нет. Подбор. Курапов. Из-под кольца. А теперь нельзя Венспилсу защищаться агрессивно. Там два штрафных. Угроза висит. Тут у нас снова ровный счет. Какой удачный отскок. Браво, браво. Навойчик делает плюс один, разница для «Динамо». Росэнергоатом издали мимо. Ой, браво. Ой, еще. Какая защита от «Динамо» «Росэнергоатом». Курапов из-под кольца нет, но подбор за навойчиком. Здесь преимущество реализовывает против Сенкенса. Штембергс. Два забивает. Счет у нас должен быть равный. 15-15. Курапов. Ой-ой-ой. Ничего себе. Нет фола в нападении, говорит судья. Паже. Нет. И владение для Венспилса. За 58 до конца, секунд до конца. Тайм-аут. Так, концовка. Концовка. Минуту играть. На точке. Паже.
на Гинтерса через Штембергаса. И вход. Вход. Роберт забивает из-под кольца. 16-15 плюс 1. У латышей. На Войчик. На Козловца. Под кольцо не забивает. И на Войчик теряет мяч. 40 секунд до конца владения Венспилса. Обе команды, напомню, под угрозой двух штрафных. Вывели. Штембергсон решил не бросать. Сразу скинул на Паже. Роберт долго стоял на точке, грел, но не забил. 24 до конца. Полное владение у Венспилса. На флоутер. Нет, подбор за Динамо Росэнергоатом. Шанс сравнять счет или выиграть дальним броском. 10 секунд до конца. 3. Нет, подбор за Венспилсом. И владение показывает с точки. 3,5 секунды. Надо фалить. Надо фалить. Это делает Козловец сейчас в надежде, то, что Сенканс промахнется хотя бы один. Если Сенканс забивает два, то игра фактически закончена. Если один, то шансы есть. Первый. Там. Второй туда же. Все. И еще и мяч не выведен, к тому же. Итак, 18-15. А сейчас уже фалить не имеет смысла, потому что владение останется даже после штрафных у команды Венспилс. 18-15. Победа команды Венспилс. Реализовала она преимущество прежде всего в опыте. Прежде всего в опыте. Очень бодро, резво, плотно, агрессивно начало Динамо Росэнергоатом. Но Венспилс накатили, использовали именно преимущество в знаниях, особенности тонкости игры, и победа в 3 очка. Вторая победа, первое место в группе для команды Венспилс Гетто.